В Лазаревском районе Сочи в конкурсе рисунков приняло участие около 400 детей. Победителей уже наградили. Сегодня итоги конкурса подвели в гимназии номер 6. Сюда пригласили ребят из школ Центрального района, которые заняли призовые места. Наверное, это, знаете, две цели преследуем этим конкурсом. Ну, первое – это привитие любви вообще к спорту, а второе – это такое чувство патриотизма за хоккейную команду, которая будет непосредственно, которая существует в городе Сочи. Ну и, конечно же, это великолепный способ провести семейный досуг совместно с родителями. Хоккейный клуб «Сочи» в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» предложил тем, кто любит рисовать, пофантазировать на тему хоккея. 500 юных художников отозвались на такое предложение. Тем более, что кроме подарков, талисман футбольного клуба «Лео» вручал детям билеты на всю семью на ближайший хоккейный матч, который состоится 23 ноября. Самыми активными художниками стали учащиеся 6-й гимназии. И не случайно 160 человек приняли участие, потому что одно из направлений гимназии – это спорт и здоровье. Пятиклассница Настя Харченко, занявшая первое место в конкурсе, уверена, что ее родители обязательно похвалят, ведь теперь они все вместе пойдут на хоккей. Я рисовала с очень хорошим настроением, потому что когда я об этом узнала, сразу же побежала это рисовать. Все работы победителей конкурса, сегодня их было 39, будут выставлены в Ледовом дворце «Большой», и болельщики клуба «Сочи» тоже смогут их оценить. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.